Так, птица говорун, часть третья. Слушайте, ну оно знатно попахнуло, и пузырьки прям качественные. Давайте, мои дорогие мои ташкентские друзья, я представлю, что я с вами в знойном сентябрьском Ташкенте. Потом мы поехали в Бухару, в Самарканд. Даже полетели в Хиву. И вот мы смотрим на хивинские пальмы, на хиванские. В общем, на узбекские пальмы. Смотрим. Сейчас пойдем плов кушать, потом будет шашлык, потом искупаемся в Великом Ташкентском море, а Хиванском уже в Хиве. В общем, я вас люблю, я очень надеюсь, что мы еще не раз, и не два, и не три. Давайте, детям пламенный привет.